Su pergalė, pelnyta pergalė 4-0, ar tikėjotės tokio rezultato po rungtynių su Marijampolės Sūduva? Так, поздравляем с победой. Вы думали, что такой результат будет 4-0 против Мариамполя Судува? Спасибо за поздравления. Хочется да, поздравить команду за хорошую работу, поздравить болельщиков с этой победой. О результате, о цифрах, конечно же, мы о таких не думали, но готовились очень серьезно, настраивались на победу и готовились к тому, что мы должны брать 3 очка, потому как отрыв и так был достаточно серьезный. Если бы сегодня был недобор очков, то было бы еще тяжелее. Поэтому про цифры на табло я бы не стал говорить. Самое важное, что мы набрали 3 очка. Treneris visų pirma nori padėkoti komandai, visų antra visiems susirinkusiems fanams, jų palaikymas buvo ypatingai svarbus šį vakarą. Mes labai atsakingai ruošiamės šitoms rungtynėms, tačiau tikrai tokio rezultato mes nesitikėjom, bet dar kartą kartoju, kad labai atsakingai ruošiasi. Ir buvo labai ypatingai svarbu laimėti šias rungtynės šį vakarą, nes kitaip būtų ta praraja tarp Vilniaus Žalgirio ir Sūduvos labai didžiulė ir būtų labai sunku galvoti apie į priekį, apie ateinančias rungtynės, apie kad eliminuot tą prarają taškų. Kur buvo tas raktas į sėdą šiandien? Što buvo ključ для победы сегодня? Важно было сыграть очень внимательно и концентрированно сзади, особенно при стандартных положениях Судовы. Это очень грозное оружие в этой команде. И плюс очень агрессивно и нацелено сыграть впереди. В принципе, и то, и то у нас получилось, поэтому только такой счет. Так и погнали было сустабдить ее стандартные атаки, потому что, как все знают, это ее стиприоя пусть, и также агрессивнее и стиприоя жаисти преки, и обе эти задачи нам повико, и это было рактас в пергале. Семиров Скерла, один из главных судового жидею сегодня был на тесок своего шешелья, как повико сустабдить ее босса? Кажется, что Семир Керла был очень сегодня, ничего особенного не сделал, как получилось его нейтрализовать. Ну, если мы говорим о Керле, это понятно, это лидер этой команды, который не первый год забивает голы и, в общем-то, на видных ролях в Судове. Но я бы не стал выделять только его и нашу работу исключительно, чтобы нейтрализовать Керлу. То есть сыграла вся команда хорошо, и на одном Керле я бы не заострял внимание. То есть мы все сильные стороны Судовы мы сегодня закрыли. Žinoma, Semiras Kerla yra ypatingas žaidėjas, jis labai gerai žaidžia ir daugiametis Sūduvos žaidėjas, tačiau aš jo neišskirčiau kaip vienintelio tokio faktorio, kodėl mes šiandien laimėjom. Mums pavyko uždengti ir visas kitas Sūduvos stipresias pusės ir todėl mes šį vakarą laimėjom. Ir kaip ir kartoja, neišskirtų Semiras Kerlo kaip vienintelio tokio pavykusio uždavinio, kad jį uždengti. Тренер Судовой сделал несколько замен в старте, и потом было много замен. Это было легче играть против такой команды Судовой или это было сложнее? Ну, не легче точно мы играли против чемпиона. Было сложно было и напряженная игра была до последней минуты. То, что делал тренер замены, он был, скорее всего, недоволен какими-то действиями, поэтому вносил коррективы в игру только поэтому. Но сложнее или легче, я не отвечу, потому что мы играли против чемпиона, против сильной команды. Tikrai negalima pasakyti, ar tai buvo lengvesnės ar sunkesnės rungtynės, žvelgiant į praeitį, lyginant su kitom, nes mes žaidėm su čempionais, o tie keitimai, kad jų daug įvyko, tai tiesiog tikriausiai treneris matė ir nepatiko tai, kas vyksta aikštėje, todėl bandė taisyti situaciją, bet buvo atkakli kova iki paskutinės minutės, mes kovojom ir šiandien išsivežam pergalę. Kokia yra situacija su juo šiuo metu?
Речанин, почему вы поменяли? Была травма или что случилось? У него случилось повреждение, да, будет более углубленное исследование на днях, и мы будем знать, что с ним, но да, по причине повреждения его заменили. Taip, jį pakeitėm dėl sužalojimo, ateinančiam dienom bus gilesni tyrimai, pasižiūrėti, kas įvyko, bet taip, pakeitėm dėl traumos. Ar sutiktumėt su pateiginiu, kad rungtynės laimėjote dar prieš jas? Вы были бы согласны, что вы выиграли этот матч перед матчем с подготовкой своей? Не думаю, трудно оценивать, потому как, естественно, я практически ничего не знал, как готовилась Судова, я мог только отталкиваться от игр, которые они сыграли до нас, поэтому мы, в общем-то, от этого отталкивались и готовились, непосредственно были сконцентрированы на своей подготовке, то есть до матча или после, или во время, это уже можно сейчас после игры рассуждать, но надо было серьезно готовиться, чем мы и занимались. Tai ar mes laimėjom rungtynės prieš pačias rungtynės, ar po, galima kalbėti tik tais dabar, po rungtynių, bet iš tiesų mes ruošėmės, labiau akcentavom savo žaidimą, iš Sūduvos pusės žinojom, mes galėjom apie juos spręsti tik iš buvusių jų rungtynių, bet mes ruošėmės visą laiką ir prieš, ir per rungtynės, ir kovojom. Puikus mačas su Riteriais. Игра Жалгириса такая странная, потому что против Ритера это была очень сильная игра, мы выиграли против Банга, мы потеряли очки, теперь опять очень хорошая игра. Почему так? Ну, нам надо добавить стабильности, нам не хватает стабильности, как состава, люди часто меняются, и позиции, и имена, кто выходит в первых 11. Ну и не забывайте, что большая группа футболистов покинула Жальгирис после того года, 19-го. По-моему, около 10 человек, и добавлялись новые ребята. Плюс, как бы банально это ни звучало, карантин 3 месяца, когда был простой, внес свои коррективы, и нам не хватает стабильности сейчас. Над этим работаем, и я уверен, что все будет хорошо. Taigi visų pirma, Žalgiriui trūksta stabilumo tiek aikštėje su 11-ku startinu, tiek su pozicijom, buvo nemažai traumų, buvo priverstinių keitimų, taip pat, kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet buvo 3 mėnesiai karantinas, tas sugrįžimas yra nelengvas ir taipogi po praeito sezono bene 10 žaidėjų išėjo iš Žalgirio, reikia sukomplektuoti vėl ją, susižaisti ir tai užtrunka laiko, bet taip mes akcentuojam labai tą trūkumą stabilumo.